Правой стороной, да? Правой и левой. В редких, очень редких случаях правой правой, левой левой стороной управляет. Да. А то между левым и правым полушарием есть гармония, есть синхронность, в нашей жизни тоже есть синхронность. Давайте сейчас проверим, вот, насколько это, ваше правое и левое полушарие это работает. Вот покажите мне свой это левый кулак. Так. И к правой ладошке приводим это, раз. Готово? Теперь быстро меняем вот так. Теперь быстро меняем местами. Раз. Через раз. Девушка, как вас зовут? Ты что делаете? Она даже цветная. Ну хорошо, упрощаем, упрощаем. А, да, да. А, да. Покажите мне свой это, левый большой палец. Вторую руку тоже тянем. Кладываем. Открываем мизинец. Теперь быстро меняем местами. Раз. У кого не слушается? У кого не слушается? Да. Если, скажи мне, пожалуйста, если регулярно будете заниматься, будет слушаться? Будет. Конечно. Конечно. Для человека нет ограничений, если он сам из себя не ставит ограничения. Если человек, насколько уникальная боль создания, да? Если человек скажет, смогу, он сможет. Да. Если скажет, наверное, трудно, я не смогу, значит, человек не сможет. Как Конфуций писал, дорога тысячи миль начинается с первого шага. Вот этот шаг надо делать. Есть это закон Парето, да? Всемирный известный закон Парето. Работающий, да? Это 80 на 100, 100 на 80. Вот это расстояние, представьте. Вот это расстояние. 20%. 20% это расстояние, да? 20% это расстояние. Если 80% своих усилий приложите, на оставшихся 80% расстояние, 20% своих усилий прилагая, свободно прийти, можете прийти. Поэтому в течение этих дней, в начале, да, вы должны несколько дней должны работать. Потому что лень всегда рядом с вами, около вас. Сейчас вам это лень дает обещание, говорит, завтра будем заниматься. Я говорю, это самое.